Дамы и господа, солистка Большого театра, финалистка проекта «Главная сцена» Ксения Дежнева. Ксения Дежнева. Браво. Спасибо, ребята.
Спасибо. Это была музыка из мультфильма о Том и Джерри, конечно же. Кирилл, прошу прощения, ты же Московскую консерваторию вроде закончил. Это венгерская рапсодия Ференца Листа. Я тут вообще-то шучу немножко, Василий. Да, это шутка такая. Я, конечно, знаю, что это рапсодия Листа. Я, кстати, знаю, где она заканчивается, уважаемый мой друг. И не вскакивай раньше времени, Василий. Василий Ополев, дамы и господа. Кирилл Гущин. И Антон Масенков. Адажио Альбинони.
Спасибо, спасибо огромное. Как говорится, кан-кан наше все. Ну а далее наступает самый любимый момент концерта для Василия Оплева. А что ты хочешь этим сказать? Я вот собираюсь раскрыть девушкам в зале один твой маленький, но очень красивый секрет. Нет, не да. Сейчас. Да-да-да, не волнуйся, он реально красивый и совершенно безобидный. Ну, хотя, как посмотреть. В общем, Василий Оболев, кроме того, что он прекрасный пианист. Ну, хоть на том спасибо. Человек замечательный совершенно. Он еще и время от времени посещает венские балы. Причем не как зритель, а как непосредственно участник. Ну что, это неправда, почему? Чисто. И даже в этом году, возможно, тоже поедет. Так что, милые девушки, милые дамы, если вы хотите познакомиться с единственным в мире уникальным пианистом-танцором, срочно учить мазурки и вальсы. Ну а пока... Пока я предлагаю сыграть... что-нибудь еще, пока я не раскрыл секрет. В каком караоке ты любишь иногда дать жару и попеть тяжелый рок? Слушай, ну это удар ниже пояса. Давайте, правда, поедем дальше. Скорее, 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 скорее. Thank you.
Ну и в продолжение танцевальной темы на нашем концерте «Либертанго». Именно с этого произведения ровно 8 лет назад началась история нашего коллектива. С днем рождения нас! Поехали! Чемпионы мира по олимпийскому танго Дмитрий Васин и Согдиана Хамзина. На аккордеоне Алексей Хитман. И потанцуем еще. Thank you.
Дмитрий Васин, Сагдияна Хамзина и танцевальное шоу «Танго Банда». Ну, на самом деле, это еще не все, и я предлагаю что-нибудь сыграть из вечной музыки. Опять Деспозито? Бери выше, Кирилл. Цвет настроения синий? Еще выше, Антон. Слушай, я знаю точно, Майкл Джордан не пишет музыку. Нет. Аплодисменты Кириллу. Все оценили твой юмор. Ну, а сейчас Вивальди, господа. Зима и лето. За роялем. Thank you.
Друзья. Друзья, спасибо, спасибо.